Решили сегодня с другом Ромой немножко пописать маленькие работки. Но он подготовился основательно. Привез все свои запасы красок. Решили сегодня написать вот такой вот вид Екатеринбурга, дом Севастьянова в самом центре. Берем небольшой формат А4. И сейчас мы начнем. Рома вот тут уже какой-то эскиз карандашом сделал. Ну, Рома у нас реалист. Пишет прописью. Но я его сейчас буду переучивать. А как ты в корне, там есть какая-то программа специальная? Слушай, я вас вчера выложила, позавчера, вчера. Программу, в которой я верстаю, ты не смотрела это видео на Ютубе? А, ты не смотришь. Ты пока все. Ну так это всегда так будет, Ром. Всегда тебе будет некогда. Просто мы же сейчас не будем прописывать. Мы все сделаем с тобой пятнами. Поэтому тут рисунок он нам как такого не нужен. Просто будет большая узнаваемость нашего. Это вот плато, да? Угу. Все, почти заканчиваем свои работы. Рома там последние штрихи ставит. И в завершении нашего сегодняшнего сеанса совместного написания работ мы написали вот по такой миниатюрке моего любимого формата 12 на 20 сантиметров. На эти работки у нас ушло минут 15. Такие мы молодцы.